Родители балаковских школьников обеспокоены тем, что с них стали требовать предоставить паспортные данные и СНИЛС якобы для оформления доступа к порталу дневник.ру. Сообщение о том, что подать данные необходимо в обязательном порядке, приходит из многих школ города. Мы поинтересовались у нового председателя комитета образования Любови Бесшапошниковой, для чего это нужно и является ли обязательным. Любовь Васильевна обещала разобраться в вопросе и буквально через пару часов перезвонила, чтобы дать разъяснение. Ведется эта работа в рамках подготовки к выгрузке данных из АИС, вот, зачисления в образовательное учреждение дневник.ру. Значит, ведется только, значит, получаем эти данные, там есть определенные поля, которые касаются и детей, и родителей, только с согласия. То есть никто, никаких дополнительных сведений, если родитель не хочет давать, естественно, никто с него требовать не будет. Ну, там до определенных каких-то моментов, может быть, там будут какие-то новые у нас распоряжения сейчас. Только с согласия родителей. Поэтому я сейчас попросила дополнительно по школам отправить телефонограмму, чтобы вот это разъяснение обязательно было.